важность социальной рекламы обсудили на круглом столе, посвященном 30-летию Всероссийского общества инвалидов. Общественники и представители администрации уверены, мотивация и поддержка – вот что нужно. Для этих целей создают специальные ролики с участием маломобильных женщин. Помогают и частные рейды по доступной среде, проверка пандусов. Уже почти все магазины на улице Маяковского в Химках обзавелись подъемниками и кнопками вызова персонала. Давление на предпринимателей никакого не оказывают. Гораздо лучше работают беседы и разъяснения. Взаимодействие наше, которое позволяет говорить, что наш город, откуда у нас это и понижение бордюров лучше, чем во всей Московской области, в других городах, это не то, что на протяжении этих лет каждую неделю выходить, показывать, освещать в телевидении. Около сотни улиц в Химках уже имеют возможность движения для удобного передвижения колясочников. 300 маршрутов общественного транспорта подвелись к передвижению транспорта. В планах на 2020 году в Химках вся инфраструктура города будет доступна для маломобильных пунктов.